Не реформа, а мыльный пузырь. Так запорожские активисты называют формальные, по их мнению, изменения в украинской полиции. Сегодня они собрались под стенами главного областного управления национальной полиции. Несколько человек пускали и лопали мыльные пузыри. На следующей неделе активисты призвали обсудить проблемы украинской правоохранительной системы, исполняющего обязанности начальника нацполиции области Виктора Ольховского и прокурора области Александра Шацкого. Что сейчас делается? Фактично, новые патрульные полицейские, они работают в старой системе. То есть, ну, назву поменяли, милиция, полиция, але фактично система осталась так, как она есть. Это то же самое, что там молодое вино, да, в старые меха наливать. Мы говорим про то, что если реформировать, реформировать в целом нужно. То есть, это касается и криминальной полиции, органов досудового расследования, прокуратуры, судов.